Происшествие не обошло стороной и пользователей социальных сетей. Люди выражают слова поддержки пострадавшим, а также родным тех, кого еще не нашли. Среди присоединившихся к акции «Мирный, мы с тобой» бывший участник группы «Машина времени» Евгений Маргулис, хоккеист Александр Овечкин, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, а также жители города Мирный, которые молятся за горняков, чья судьба остается неизвестной. Конечно, очень бы хотелось и верилось, чтобы все сложилось благополучно. Поэтому сил тем, чьи близкие сейчас в таком тяжелом положении. Мы очень переживаем, на самом деле. Я считал, что все еще остаются западня люди. Это страшная трагедия. Нам очень хочется, чтобы все выбрались оттуда, чтобы все остались живы. Мирные, мы с тобой! Мы очень надеемся, как гости города, как гости Якутии и России, из разных стран. Мы надеемся, что операция по спасению пройдет успешно и завершится как можно скорее. И мирный мы с тобой. Мирный, we are with you. Мирный, we are with you. Мирный, мы надеемся на чудо, мы с тобой. Хангаласский улус верит и надеется, что всех пропавших горняков найдут, и они воссоединятся со своими семьями. Мирный, мы с тобой. И мы будем глубоко подсознательно болеть, чтобы спасли их всех. Мирный, мы с тобой. Мирный, мы с тобой. Мы надеемся, что с работниками в Мирном все будет хорошо, и надеемся, что их спасут, и все будет здорово, и они вернутся домой.